Каспийске продолжается работа по ликвидации твердых коммунальных отходов. Сотрудники МБУ «Зеленый город» ежедневно выезжают по адресам, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора. Несмотря на это, некоторые жители организовывают несанкционированные свалки, что приводит к образованию неприятного запаха, разлета мусора по дворовым и общественным территориям. По словам врио директора МБУ «Зеленый город» Мурада Магомедова, в городе размещены специализированные баки для мусора в достаточном количестве, соответствующим всем правилам и нормам. Однако некоторые граждане продолжают пренебрегать этими правилами, что усугубляет ситуацию. Важной проблемой остается и блокировка подъездов к мусорным бакам. Часто водители паркуют свои автомобили возле контейнеров, что затрудняет доступ специализированных мусоровозов. Это приводит к задержкам в вывозе отходов и ухудшает санитарное состояние города. В ответ на эти вывозы представители организации призывают граждан соблюдать нормы благоустройства и правил парковки, а также активно участвовать в поддержании чистоты на территории города. Работа по улучшению ситуации в сфере вывоза мусора продолжается, и только совместными усилиями можно добиться значительного улучшения экологической обстановки в Каспийске, отметили специалисты.